Давай, 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 бьем, бьем, бьем этот подарочек. Что же там меня ждет? Воу, куча денег здесь. Ничего себе. Шляпу какую-то взял. Рарную шляпу. Ребята, это рарная какая-то шляпа. Воу, ребята, что это такое? Что у меня на голове происходит? Вы просто посмотрите. Это какой-то ужас. Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами поиграем в Unboxing Simulator в Roblox. Здесь нам нужно будет открывать различные вот такие вот коробочки и получать за это монетки. Ну, они там в коробочках находятся, всякие монетки и различные предметы. Но предметы нам помогают прокачиваться. Смотрите, у меня в голове торчит меч, он мне помогает быстрее открывать различные коробочки. И, кстати, ребят, забыл сказать, извиняюсь за то, что так давно не было новых видосов. У меня были кое-какие дела, и мне нужно было их решать. А поэтому я не мог записывать видосики. Но теперь вроде все нормально, и я продолжаю снимать для вас самые крутые видосы. Так, ну что ж, давайте, что мы начнем? Давайте я покажу, как я открываю коробки. Вот, у меня сейчас дамаг 4. 4 дамаг, вот получается один удар, чтобы открыть коробочку. У меня 4 сносит, вот видите, опа. Все, оттуда выпадают монетки, я их забираю, и мне уже показывает стрелочка, что я насобирал на какое-то оружие. Я могу что-то купить. Смотрите, здесь различные топоры, мечи находятся. Это самая первая локация. Я здесь, нубас, можно сказать. Вот таблица. Получается, нубас это самый первый, у кого вообще 0 коробок, кто открыл, только зашел. Но я уже открыл 12 коробок, и я вот здесь второй. Фреш анбоксер какой-то я, вот такой вот чувак. Пошли. Так. Пошли-ка сюда, посмотрим, что я могу купить. Вот, ребят, у меня есть 177 монеток. Кстати, сейчас мы тут еще возьмем 7. Так, вот, 184 монетки. И я могу купить вот этот вот молот. Самый первый, он будет давать 2 дамага. Следующий 900 стоит 4 дамага. Потом 8000 стоит, 8 дамага дает. Это 16, это 32 и 50. Самый крутой на этой локации 50 дамага. Вот так вот. Также здесь есть еще какие-то питомцы. Я пока не понял, где их брать и вообще, как ими пользоваться. Ну, думаю, это все еще к нам придет. Так, я забыл купить. Давайте покупаем вот этот молот. Опа, взяли. Так, инвентарь. Где? Подожди, а где у меня? А, вот он в руках у меня. Че-то я... Во, ребят, смотрите, как у меня молот. У меня теперь дамаг 8. Нормально. Давайте... Опа, мне дали кристаллики за это. За то, что я купил этот молот. Неплохо. Правда, не знаю еще, что с кристаллами этими делать. Ладно, будем вместе с вами разбираться. Так, 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 так. Пошли, вон ту большую коробку откроем. Вот эту. Давай. 35 она. Мы ее сейчас быстро вынесем. Все-таки у меня уже 8 дамага. С одного удара. Опа, я... О, что-то нашел. Какая-то бандана или что это такое? Подожди. Давайте посмотрим. Так, так, так. Давай-ка. Она плюс 2 еще дамага мне даст. А, у меня заполнено максимум... А, максимум 3 предмета я могу. Ну-ка, подожди. А что мне предлагают купить? За рубаксики, что ли? Ничего себе, плюс еще 5 предметов. Будем покупать? Ладно, пока нет. Может, там что-то еще покруче будет? Давайте я просто вот этот вот меч, который в голове торчит, один уберу. Вот, и одену вот эту банданку. Ну-ка, посмотрим. О, ребята, какой я бандит стал! Кстати, когда здесь появляетесь, вы можете заметить, что у меня причесочка совсем другая, очков нету, на лице, короче, ничего нету. И здесь, давайте я вам покажу, так, так, где-то я видел, не в магазине, подождите, а где я видел вообще? Очень много разных предметов. Короче, я не помню, где я их видел, но здесь можно много-много открывать различных предметов. А вот здесь коллекции, вот, вот-вот здесь, смотрите, всякие есть рарные. Это все можно открыть эпические. Ой, тут вообще много-много крутых. Вот, я понемножку уже начинаю открывать. Ну, преображаюсь. Давай вот эту маленькую коробочку мы ее быстро вынесем. Подожди, сколько у меня? У меня дамаг уже 11. Ничего себе. Неплохо, неплохо. Так, так, так. О, у кого-то питомцы есть, видите? Ничего себе. Крейзи анбоксер какой-то уже. Но я пока что нубасик. Давай вот это. Эту коробочку откроем. Может, тут тоже что-нибудь выпадет, кроме монеток? Эй, за забор одна улетела! Где? Так нечестно! За забор заскочила, ладно.
Давай, бьем. Класс. Опа, меч, меч. А, ну такой меч у меня есть. Самый такой простой, в голове он торчит уже у меня такой. Давай посмотрим. Да, первого уровня мне такие не нужны. Может их как-то... О, большая коробочка. Может их продать... О, 140 была она. Эй, чувак, иди, дай ты мне. Пособирай здесь что-нибудь. Чик-чик, собираем, собираем. Эй, полегче. Подожди, а он мои не может собрать монетки? Наверное, не может. 150 вообще эта коробка. Давай-ка. Короче, когда я наберу 1000 монет, у меня откроется вот это вот. Подожди, за 1000 монет я могу открыть следующую локацию, да? Да. Но я монетки эти-то... О, что-то на голову себе еще какой-то наряд я взял. Ну-ка, давай посмотрим. Ничего себе, что он мне даст? 3-го уровня. Бакс Пласси он какой-то. Так, что... Плюс 3, почти плюс 4 дамага дает он. Так, моя вот эта голова, давайте снимем эту причесочку. Будем лысыми и оденем вот эти вот доллары. Нормально? Что это такое на голове? Гнездо! Тут могут птицы поселиться, ребят. У меня 16 дамага. Нет, нужно прическу одевать, я думаю. Так, так что мы купим? Ладно, давайте, я куплю себе все-таки. Давайте, куплю плюс 5 предметов за 349 рубаксов. Что ж поделай. Все, потратил. И ставим себе прическу, возвращаем. Правда, такая прическа какого-то бомжика. Ну ладно, пусть будет. Все, ставлю себе, смотрите, вот, посмотрим. 22 дамага у меня теперь. На голове непонятно что, но пока что я просто ставлю все, чтобы побольше дамага, чтобы быстрее прокачиваться и открыть потом новую локацию. А там уже будем дальше нормально как-нибудь одеваться, когда будет много крутых предметов откроем. Так, также я еще видел, здесь какие-то подарочки иногда выпадают. О, вон, вон, кстати, подарочек, пошли, пошли, пошли. Я не знаю, что там будет, попробую открыть. На голове гнездо. Лишь бы не прилетела птичка какая-нибудь, не поселилась. Питомец, например, да? 2000? И сколько я буду бить эти 2000? Ну, бьем, бьем, ладно. Пока никто ко мне не подходит. Бьем, посмотрим, вот так вот. С подарками нужно расправляться. Молотом. Потом нужно новое оружие купить будет. Я не знаю, что лучше, новое оружие или открыть сразу 1000 насобирать. И пойти на новую локацию. Она какая-то прикольненькая, фиолетовая. Так, так, так. Осталось 400. 400 урон нанести этому подарку, чтобы он открылся. И что же меня там ждет, ребята? Сейчас этот подарочек открыться должен. Очень скоро. Давай, давай, бьем. Дай-ка я с этой стороны стану, какие-то коробки. Так, все, ребята. Давай, 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 давай. Бьем, бьем, бьем этот подарочек. Что же там меня ждет? Воу, куча денег здесь. Ничего себе. Воу, сколько у меня? У меня уже 1200, я могу открыть следующую локацию. Пошли. Давай, давай, ребята. Я иду открывать новую локацию. Давайте посмотрим, что же там будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Воу, ребят, там сундук есть. Все, открываю. Так, подходим. Окей. Да, я открыл новую локацию. Ребята, как же здесь красиво. Здесь есть что, новые предметы? Здесь есть еще вот этот вот сундук. Пошли-ка посмотрим, что за сундучок такой. Вау, а сколько ему дамага нужно сделать, чтобы он открылся? Ну-ка, подожди. Нисколько, я просто пришел и собрал здесь все. Что? Ничего себе, сколько денег сейчас будет у меня? 2000 уже есть. Воу-воу-воу-воу. Класс. 2000. А нужно теперь 85 тысяч, чтобы открыть следующую же локацию. Вот это да. Ладно, пошли-ка. Ничего себе. Давай попробуем коробку ударить. Сколько она здесь? Ничего себе, по 700 уже коробки здесь. Фиолетовые. Ладно, открываем. Бандит такой. Опа, подсматриваем. Опа, ку-ку. Так, ладно. Хватит тут прикалываться. Давай, открывай. Мы серьезные ребята, бандиты. Повязочку такую одели себе. А это, смотри, какие питомцы крутые у кого-то. Драконы. Ой, не драконы, это чертики какие-то вообще. Подожди, чувак, не бей. Ты что тут творишь? А, спасибо. О, шляпу какую-то взял. Рарную шляпу. Ребята, это рарная какая-то шляпа. Давайте посмотрим, что она может. Так. Так, вот она. Плюс 14,6 дамага. Ничего себе. 8 уровня. Вау, ребята. Классика, ну, магов вот этих получается. Классическая шляпа.
Так, у меня самый большой дамаг давала вот эта вот шляпа, так сказать. Одеваем теперь эту. Смотрим. О, ребята, что это такое? Что у меня на голове происходит? Вы просто посмотрите. Это какой-то ужас. Так, давайте мы, наверное, все-таки снимем вот эту вот свою причесочку. Ой, подожди. А что это, не знаю. Так, прическу убираем. Во, вот так намного лучше. И знаете что, я, наверное, меч уберу. А то он торчит непонятный. Давайте уберем меч. Уже сделаем немножко красиво. Так, убираем. Убираем. И убираем. Да. Вот, теперь совсем другое дело. Теперь более красивое гнездо. Правда, смотрите, здесь такая пика торчит. Если кто-то захочет здесь поселиться, то будет неприятности. Ну ладно, у меня 41 дамаг уже. И мы идем сюда. Мне показывает стрелка, что я могу здесь что-то купить. А что здесь? О, подожди. Что за спавн? Ничего себе. А это что за тут делают? Зелья какие-то? Ну давай зайдем. Подожди, я могу здесь что-то продать или купить? Что-то не понимаю я. Что это значит? Продать, да? Да! О, нет, подожди, что это? Что произошло? Подожди, я могу объединить это? Чего? Да, я могу тут все объединять! Ничего себе! Так, подожди. А как? О, подожди, не то. Я не то сделал. Назад, назад. Короче, нужно еще разобраться, чтобы моя бандана не пропала. А шляпа? Так, так, ну, мне это нравится, реально, но я не понимаю еще. Так, эй, как здесь что делать? Объединил. О, меч объединил хоть. 44 дамага у меня, так. И нормальненько теперь. Можно было не покупать вот эти вот дополнительные, ну ладно, на голову предметы. Можно было просто здесь все объединять. Вот такой вот я крутой чувак. Я не знаю, что это спавн делает. Давайте зайдем сюда. Это, наверное, на базу. А, да, я пришел. Вот, телепорт открылся теперь. Хорошо, пошли. Здорово, чувак. Пошли сюда, зайдем. И откроем здесь еще какую-нибудь большую коробочку. Сундук еще не готов. Смотрите, по 44 дамага нормально теперь бьем. Я уже бокс-каттер какой-то. То есть я чуть-чуть прокачался еще. Ну, 85 тысяч мне теперь нужно, чтобы открыть новую локацию. Это очень так немало. Давайте посмотрим, подойдем, что там вообще будет в новой локации. Да там прикольно, кстати. Видите, это подводный мир? А там дальше инопланетяне? Вот дальше, вот следующая локация, это подводный мир. Смотрите, пузыри всякие, водоросли. Класс. Давай эту коробку пока откроем. Ничего себе, на 3000! Ладно, давайте открываем и полюбуемся. Потом, да... Это что за питомец был только что? Эй, кстати, где мне взять питомцев? Давайте вот тут позабираю. Кристаллики мне еще надавали, ничего себе. Неплохо, забираем все. Так, где мне взять питомцев? Инвентарь, я не знаю, наверное, где-то дальше они будут потом, можно будет купить. Да? Кто-то пришел мне тут помогать. Эй, эй, чувак, это вообще-то моя коробка была. Так, эта арена у меня закрыта. Ну там моя монетка там лежит. Я тут бил, ладно. Короче, ребята, нужно собирать 85 тысяч, чтобы открыть следующую локацию. Вот. Ну на этом, я думаю, на сегодня мы с вами закончим. К следующей серии я уже подкачаюсь. Насобираю эти 85 тысяч монет, чтобы открыть локацию. И мы уже там будем смотреть, что дальше еще такого интересненького. Что может там купить можно? Подождите, это там яйца? Вон там, наверное, и питомцы можно купить. Не знаю. Посмотрим, проверим. И потом узнаем. Но сегодня это все, ребята. Ставьте лайки, если вам понравился этот режим. Также не забывайте подписываться на канал Cool Games. Ну и до новых встреч, друзья. Всем удачи и пока-пока.